Света! Давай! В общем, пытается быть без очереди. Так, между делом. И ровно 700. Вот чего нет в билете? Он такой живой. Ай-яй-яй. Вылезает. 640. Предварительные результаты. 640. Победители наших соревнований. Рожденный в городе Ярославле и выступающий за город Калининград. Это угри Вовчика Марина. 860. 860. Одна, да? Опоздавший спортсмен Рыбыч. Руслан, хорошую рыбу взял. Ты вот такую был. Таня, какую ты рыбу поймала? Янис, ты таких видел 5? Ну ты что? А что лучше? Первый день 3, а второй 5. Все, я призер. Просмотр окуней. А что лучше, одна рыба в руках или 5 в озере? Не знаю, что был, у меня сачок я поймал. Ладно, ну пойдем. Идем. Ой, как хорошо сидим. Ну что, все довольны? Все. Традиционный вопрос. Дина, ты довольна своим мужем? Ну, наконец-то. Саня, ты слышишь? Наконец-то тобой довольны. Наконец мы выиграли. Ира, какая ты ясная. Правда, не знаю, что. А кто он? А почему, да? Охотники наловили кучу рыбы. Узнаем, какое место кто занял. Андрей, давай записывайся в команду. Обязательно. Где расписываться? Готовил бумажку, где надо записываться. Причем требования у нас простые. Кто не умеет ловить рыбу, кто? Течка. Слышно, да? Это? Все. Или потом, скажет, ты. Кто проиграл, посмотрите. Как буду получать. Он тут на всех. Что меня не интересует, это только у кого? Меня интересует только короче. Меня интересует вот те маски. Соточки я. Валера Костюк. Мы здесь, куда ты навел? Майор, куда вы идете? Награждение. Вот этот девочка второй, а первый... Нет, нет. С галстуком это Никитин. А вот за ним, там, за его широкой спиной. Товарищ из Прибалтики, он занял второе место. Первое место сборная Латвии. Вот. Ура! Молодцы! С которым они сфотографируются, когда... Анатолий Иванович, я твои функции сейчас составляю. Значит, переходящий кубок, напоминаю, кубок Балтики, он принадлежал, в общем-то говоря, всегда... Всем хвастаю. Наш
Саша, можешь складывать мне на стол, потому что будет тоже много призов. Ружье, ружье. Давай. Это утки. Вот он награждается переходящим кубком Петербурга. Тут у нас так, гравировочки такие. 95-й год Докучаев. 96-й Докучаев. Заклеть ему рот пластырем. Успокойся, да вон эта собака стоит. Награждается он, так сказать, вот таким призом. И грамотой, естественно. И ружьем. Успокойся, успокойся. Ружьем уже от спонсорской фирмы «Тетис». Значит, ввиду того, что Докучаев сейчас занимается подводными спусками, там у нас рядом тут произошел несчастный случай. Он это не может. Петрушкин и Пашкин. Ввиду того, внимание, ввиду того, что и вчера на этих соревнованиях дал зачетную рыбу, но не получил так, соответствующих призов. Значит, мы их тоже наградим. Вот Вова свою рыбу забрал, такую девушку ему не дали. Седьмое место занял Кабанов, Веня из Соснового Бора. Скажи мужу, что в календаре. Алешка 10-й. А? Очень хорошо. Не могу. Чуркин. Какая команда? Какая у нас команда? Это Прибалтика. Где тут? Сидельников 17-й. Этот, Михаил Касланов, предыдущий, так сказать, победитель наших соревнований, 18-е место. Шаповалов из Белоруссии, 19-й. Дима Грощенков, 20-й. Павел Антонов из Москвы, 29-е место. Виктор Хлебосолов из Санкт-Петербурга. Выпала миссия. Объявить вам о том, что у нас в Петербурге проживает оставшийся в живых Филат Фалипасович Фамилиец. Это цесаревич. Все, соревнования закончились. Целый год мы собирались. Теперь будем еще год собираться на следующий. Карман сейчас сладкий. На этом наше соревнование заканчивается. Хочу сделать некоторое объявление. Значит, Кубок Балтики существует очень давно. Он начался, так сказать, с кубка полимера и тегура и продолжается в нашем городе. Это Шурик, который вот так вот и провел время. Шурик, Шурик, котик мой, Ёнька, как ты там? Как там мой маленький? Шурик, 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 ты жив? Ответь мне что-нибудь. Ну, Шурик. Ну вот есть. Вовчик, ну-ка расскажи, где ты ласты взял. Покажи. А, вот, да. Это я выиграл за последнее место. Вошел в сотню. В сотню ведущих спортсменов этого леса. Вот так вот. Еще вторая есть ласта, вот она. Пока за 21 место, второе место. Шикарно. Нормально? Класс. Да, ласты французские, очень крутые. Видимо, очень дешевые. Так, слушай, потому что их отдали. Что? Ну, теперь на следующих соревнованиях костюм должен быть твой. Однозначно. В таких ластах ты что? Однозначно, все. Придется выигрывать. Конечно. Что делать? Я думаю, почему я не выиграл? Потому что ласты дорогие были. А что за первое место нам дали? А, рубанчик. Ружье, по-моему. Ружье, приз. Да, нож, маска, вот это за первое место. Костюмов не было. Костюмов не было, да. Раньше всегда костюмы давали. Да Кучаева, да? Нет, приятно. Ну, зато все эти говорят, там, типа, Смирнова, говорят, что это вообще как в планах. Вот это? Да, вдвоем. Не, ну лопас длиннее, чем Атманов. Но тем не менее, в соревнованиях я плавал там. Тебя жуще. Пластиковая тут. Нет, это тоже пластиковая, что-то вот подтягивается. Ну все, все вижу. Алешка жарит угря. Коптив угрятся. Ну, то есть коптит. Угри. И Игорек коптится. Янис помогает. Игорьки коптятся.
куда он денется? Ничего не осталось. Кто денется? Разбираем мишки. Слушай, а вот это... Это ложка, это я уже отобрала. Отобрала. Нет, значит, моя ложка пропала. Опять пропала. Бог с ним. Ну и бог с ним. Идем. Алешка, ну как угри? А вот так спускать, значит, да. Так, а ты выкинул? Уже готово, да? Ну, Леш, сделай как сиденье. Оставьте. Готово? А вторая вилка была у тебя. Угри. Уже закоптились.